Всем приветик. У нас время уже 10:30. И все, из машины вытащили. Потому что мы уезжаем в Тамбов. Но мы поедем часа в 3 или в 2 ночи. Полы помыли. Принесли швабру. Полы помыли. Сейчас поставим еще одну сидушку, потому что дети с нами поедут. Вот. А едем мы туда немножко по делам, ну и на шашлыки. Что-то плохо снимает. Так что всем до встречи, до утра. Всем привет, смотрите, какие виды классные. Это мы уже в этом, в Тамбове. Но мы уже съездили по делам. Вот, сейчас приехали в какое-то Татаново. Здесь вот речка, ну сейчас покажу. Так, здесь вот так, там песочек. Мы сюда подальше заехали, чтобы не очень шумно было, потому что Денису надо отдохнуть, он поспит. Мы пока с Лизкой шашлыки здесь замутим. Не знаю, будем купаться или нет, но Тошка вроде бы собрался. Там, блин, сидела цапля, хотела вам показать. А, только телефон включила, она улетела. В общем, называется это место Татаново. Не знаю, что это, где это. Ну, где-то в Тамбове. Воду пошли потрогать. Смотрите, как красиво. Там вот помойка есть, можно сразу выкинуть. Очень удобно. Купальный сезон открыт. Только я вот что-то не пойму, где мои дети. Не вижу. А, вон они плывут. Покажу. Там две головы. Там просто трамплинчик есть такой небольшой. Помахала Лиза. Они хотят попрыгать. Вода холодная. Я зашла. И, правда, я окунулась, немножко проплыла и тут же обратно. Я не смогла себя перебороть. Потому что когда летом купаешься, небо и земля. Но сейчас она ледяная, реально ледяная. А так очень красиво здесь. Прямо очень красиво. Мутили. Блин, что-то у меня с камеры. Я говорю, пока малышня купается, шашлык замутили. Сейчас еще стол разобрали. Сейчас покажу. Стол. Здесь у нас продукты. Сейчас я достану. Нет, я, наверное, достану, когда мясо пожарится. Ладно, сейчас посмотрим. Все, мяско готово. Там еще одна порция готовится. А сейчас мы пообедаем так скромненько и дальше в путь дорожку до дома, до Москвы уже. Всем такой же приятного аппетита. Тошка такую ракушечку нашел, положил ее на солнышко, она уже начала открываться. Мне ее жалко, она погибнет, я ее сейчас выкину в воду, попробую докинуть. Вот такая ракушечка. Ладно, сейчас я ее выкину, а то я боюсь промахнусь. Дорогу перепутали. Там вон грязь. Сейчас объедем. Но народу так это много, да, прибавилось. Люди к вечеру подтягиваются. Смотрите, видно? Машины подъехали, там еще стоят. А здесь, блин, трясет. Поле. Там корова пасутся. Так здорово. Природка, лето и коровки. Ой. Приехали на заправку. Здесь собакин хочет. И хочет кушать. И ворона, она хочет пить. Но пить у нас нету. А где пирожок? А? Так, сейчас. Здесь с сыром. Я ей хотела побольше дать. С мясом, который. Нету? Нет, я этот с сыром нашла, но там был с мясом, он побольше. Что есть с сыром-то? Да? Ну, дам ей, конечно. Странно, куда он делся-то?
твоя вода. Ой, что, сломался, что ли? А, ну, давай вот этот. Ну, давай. Так, где у нас Собакин? Ой, она куда ушла? Блин, сейчас я пойду за ней. Если догоню. Смотрите, какое поле. Красиво все. Вон она. Эй, Собакин. Иди сюда. Иди сюда. Собачка. Эй. Меня не слышит. Иди сюда. Собака. Так, сейчас я ей пирожок кину. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди, на. Муж увидит. Что-то она не ест. Ушла. Ладно. Может, еще одну собачку найдем. А вот вороне пить не знаем, как дать. Ну, найдет лужицу какую-нибудь, попьет. Ворона-то не умрет.